Продолжаем. На телеканале «Эфир» хроника происшествий. Железо важнее человека. ЧП, в результате которого пострадала 90-летняя женщина, случилось в одной из квартир пятиэтажки на улице Зеленой. Первыми тревогу забили жильцы, когда их начали затапливать соседи сверху. На стук в дверь им никто не открыл, хотя люди были уверены, что хозяйка квартиры дома. Поэтому, заподозрив неладное, связались с родственниками и попросили их приехать с ключами от квартиры. Когда дверь все же удалось открыть, из жилища в подъезд вырвались клубы то ли пара, то ли дыма. Именно после этого на место происшествия вызвали неотложку и пожарных. Однако ни те, ни другие не смогли подъехать к дому. Виной всему оказались припаркованные во дворе дома автомобили. Поэтому пострадавшую пенсионерку до машины скорой помощи пришлось нести самим врачам и соседям, которые вызвались им помочь. Пострадавшую женщину с сильными ожогами увезли в больницу. Что же именно произошло в квартире, сейчас выясняется. Потом внук приехала. Внук приехала, дверь открыла. Дым вот так все вышло. Вышло, потом зашли. Свет там выключили, а мать-то у них уже 90 лет, 90 уже годик был. А потом она, оказывается, душа купался, замыкание, что ли, получила, не знаю. Она, вот ее одеяло завернули, скорую помощь куда-то увезли. Наркокурьера, который перевозил крупную партию синтетического наркотика из Санкт-Петербурга в Казань, задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Молодого человека они встретили на железнодорожном вокзале, где сразу же и досмотрели его багаж. Амфетамин обнаружили в банке с чипсами, куда его поместили, видимо, в целях конспирации. С этой же целью, полагают наркополицейские, курьер взял с собой в Казань и подругу. Хотя возможно, что он просто хотел скоротать время в ее компании. Ведь, как показал позже тест на наркотики, молодые люди зелья не только перевозили, но и употребляли. Медицинское свидетельствование показало, что в организме у приехавшей в Казань пары присутствуют наркотики. У парня марихуан, а у его подруги амфетамин. Девушка рассказала наркополицейским, что запрещенное вещество начала употреблять, когда стала встречаться со своим молодым человеком. Таким образом, задержанный подсадил ее, введя в полное заблуждение относительно свойств препарата. При досмотре багажа задержанного оперативники обнаружили более 1000 разовых доз амфетамина. В настоящий момент пара привлечена к административной ответственности за употребление наркотических средств. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за приготовление к сбыту наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сегодня около полудня из-под крыши общественной бани номер 12 на улице Товарищеской повалил густой дым. Спустя несколько минут стали заметны языки пламени. В этот момент внутри здания, по сообщениям очевидцев, было много посетителей. Их немедленно начали выводить на улицу. Всего по лестницам эвакуировали 35 человек. Все они успели одеться и забрать личные вещи. Прибывшие пожарные при помощи автолестниц довольно быстро добрались до очага возгорания. Выяснилось, что пожар начался в чердачном помещении, где стояли баки с водой. Площадь горения составила 10 квадратных метров. Причина возгорания выясняется. Не исключено короткое замыкание электропроводки, из-за которого загорелся утеплитель в кровле здания. По сообщению МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. Зданию причинен незначительный ущерб. Несчастливой и притягивающей неприятности назвала свою машину девушка, которая попала в ДТП этой ночью на перекрестке улиц Пушкина и Салимжанова. Ее малолитражку взяла на таран «Лада Приора». Владелица «Матиза» рассказала, что автомобиль купила недавно, но за короткий промежуток времени уже третий раз попадает на нем в аварию. И хотя ни разу виноватой она не была, это служит для владелицы несчастливой малолитражки небольшим утешением. Девушка купила автомобиль «Матиз» осенью. Лишь спустя месяц после покупки автоледи поняла, что с машиной не повезло, ведь с тех пор постоянно стала попадать в аварии. Едва выйдет малолитражка из автосервиса, как снова приходится ждать инспекторов, чтобы те оформили очередное ДТП. Я ехала на зеленый свет, а молодой человек ехал на красный. Вот я попыталась тормозить, но не успела. Во всех авариях виновным признавали второго участника. Вот и в этот раз молодой человек на «Ладе» не стал отрицать, что нарушил правила. У меня красный, я виноват. А вы виноваты? Да. А что, на красный ездите? Да я не на тот ставок смотрел. С каждой аварией повреждения на «Матизе» становились все обширнее. Накануне девушка окончательно решила продать несчастливую машину. Видимо, напоследок в левый бок ее иномарки теперь влетела «Приора».
его заметил, но очень поздно. Из-за того, что я притормозила, он не врезался мне в бок. Если бы врезался в бок, не знаю, как получилось бы. Как только автоледи получит выплаты по автогражданке и восстановит Матисс, сразу отправится на авторынок избавляться от машины. Правда, она побаивается, что может попасть в ДТП раньше, чем доберется до торговой площадки. Пожар с задержкой произошел сегодня ночью в поселке Калининский. Там неожиданно загорелась баня. Дальше огонь стал распространяться на сарай. При этом парную накануне не топили, а электричество к строению не было подведено. Прибывшие пожарные подразделения хоть и не смогли спасти постройки, не дали огню перекинуться на жилой дом. Уже после того, как возгорание было ликвидировано, дознаватели стали выяснять, как мог начаться пожар. Версия о возможном поджоге не подтвердилась. Причина возгорания оказалась более прозаичной и невероятной одновременно. К приезду спасателей пожар полностью охватил всю баню и перекинулся на рядом стоящий сарай. К счастью, эти строения находились на достаточном расстоянии от жилого дома, поэтому обошлось без дальнейшего распространения огня. Во время пожара стало плохо хозяйке дома, ей понадобилась срочная медицинская помощь. Хозяйка, она после инфаркта, поэтому скорую вызвали. У нее давление поднялось, вот пока врачи с ней занимаются. За считанные минуты баня и сарай сгорели практически полностью. Поначалу пожарные терялись в догадках, от чего могло произойти возгорание, ведь строение было отключено от электричества. Нет, сегодня не топили они. Проводка что-то получается? Ну и не проводка, вряд ли. Может быть, топили и что-нибудь в прошлое. По воскресенье, может, искра была или что? Оказалось, что в выходные во время растопки печки в этой бане уже происходило возгорание. Хозяева вовремя заметили и сбили пламя, но, как видно, залили его неосновательно. Не исключено, что непотушенная искра долго тлела, пока не переросла в новый пожар. Объект культурного наследия, плохо охраняемый государством, загорелся накануне вечером на улице Гладилова. Пожар начался на втором этаже дома, построенного в 19 веке. Приехавшие пожарные увидели в оконном проеме всполохи пламени. Чтобы проникнуть внутрь, им пришлось выбить деревянную дверь. Как оказалось, в одной из комнат, расположенных на втором этаже, горел старый матрас. Огонь в считанные минуты был потушен. По словам пожарных, несмотря на то, что на фасаде здания укреплена табличка о том, что дом, в котором некогда располагалось начальное училище, охраняется государством, фактически является заброшенным. Видимо, его облюбовали бомжи, которые устроили в историческом памятнике ночлежку. Вероятнее всего, причиной возгорания стало неосторожное обращение бездомных с огнем. Сам себя выдал нетрезвый водитель этой ночью на проспекте Ямашева. Увидев патрульный экипаж ДПС, молодой человек, сидевший за рулем, резко свернул во дворы и ударил по газам. Такое поведение лишь привлекло внимание к его персоне. Полицейские бросились в погоню. Кстати, она оказалась недолгой. Не справившись с управлением в узких проездах, нетрезвый автомобилист врезался в припаркованную машину и увяз в сугробе. За поимкой горе-беглеца наблюдал Равиль Сайганов. Вы как в таком состоянии-то? За руль-то сели? Я в нормальном состоянии. В том, что абсолютно трезв, поначалу молодой человек попытался убедить также инспекторов ГАИ, но, по словам полицейских, как только они предложили пройти медосвидетельствование, желание что-либо доказывать у парня пропало. Он поставил параллель на дороге, как все машины стоят. Задели вы только вашу машину? Да. Слава богу, только наш. Не так пострадал. Никто из пешеходов не пострадал лишь потому, что водитель «Лады» на скорости носился по дворам жилых многоэтажек поздно ночью, когда на улице не было людей. Гонки от инспекторов закончились довольно быстро. 14 модель выбросила в сторону, и она врезалась в «Форд». В ином случае он вообще бы уехал. И могло бы все закончиться достаточно плачевно. После столкновения с «Фордом», несмотря на повреждения, парень все равно пытался скрыться, вывернул руль в сторону и снова ударил по газам, но его машина завязла в сугробе. В этот момент полицейские смогли вытащить неадекватного водителя из салона. Теперь желание погонять, что называется, под шофе, должен отбить суд, ведь помимо лишения прав и крупного штрафа, нарушителю грозит административный арест. Вагоновожатый вынужден был самостоятельно расчищать себе путь, чтобы доставить пассажиров трамвая до пункта назначения. Такие кадры выложили казанцы на популярном видеохостинге.
путь маршрутному транспорту перегородила «Лада» 12-й модели, водитель которой решил проехать по трамвайным путям и застрял на них. Мужчина, управлявший трамваем, решил не дожидаться помощи со стороны и посчитал оптимальным выходом в данной ситуации самостоятельно вытащить нерадивого участника движения из легковушки. Зацепив легковушку тросом, он прицепил ее к трамваю и с легкостью вытянул «Ладу», после чего смог спокойно продолжить движение по маршруту. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Качественная сантехника, мебель для ванн, мойки для кухонь, все для отопления. Аквамастер на журналистов 62. Это все. Я прощаюсь, а эфир продолжит рубрика «Мнение Григория Тинского». Напомню, это известный политолог.